В восьмом туре чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги новополоцкий «Нафтан» сыграл в ничью с «Волной» из Пинска. Первый тайм получился результативным для «Нафтана». На первой минуте защита «Волны» не уследила за Клещенком, который открыл счет в матче. Быстрый успех ошеломил хозяев поля, которые и дальше принялись атаковать ворота Лицко. И на 34-й минуте «Нафтан» вновь, что называется, поймал волну. Ошибка гостей и уже Янченко, прорвавшись сквозь защиту пинчан, точно поражает цель. После перерыва гости пересмотрели свое отношение к игре. Наставник «Волны» Олег Король произвел ряд замен. Вышедшие на поле пинские футболисты оживили игру на флангах. И на 66-й минуте Володько вовремя оказался на подборе и с дальнего расстояния отправил мяч точно в ворота «Нафтана». В дальнейшем игра напоминала качели. Темп несколько спал, перспективные моменты новополочанам реализовать не удавалось. А вот Пинску удалось. Время шло, но счет не менялся. Когда уже шла шестая компенсированная минута встречи, Куратник сравнял счет. В итоге мировая 2-2 стала радостью для гостей и разочарованием для хозяев, которым не удалось удержать преимущество. Удручающий получился итог. С учетом того, что мы вели по ходу встречи, в принципе, контролировали игру. Две оплошности возле своей штрафной и в итоге потеряли 2 очка.